В Сургуте дети стали реже получать травмы. Спад произошел в последние дни. Специалисты травматологической больницы предполагают, что связано это с переходом на дистанционный режим обучения и паузу в расписании занятий в дополнительных секциях. Всего за январь в медучреждении зафиксировали более 1000 пациентов с переломами, 317 из них – дети. В целом число обращений за прошедший месяц не превышает прошлогодних показателей. Зимой традиционно повышается количество травм определенных, связанных с падениями пациентов. Это переломы верхних и нижних конечностей. Но пандемия и здесь наложила отпечаток на это. И количество переломов по сравнению с прошлым годом и обращений даже уменьшилось. Всего Сургутская травматологическая больница в январе амбулаторно пролечила более 17 тысяч человек. В стационаре помощь получили 1100 больных. За прошедший месяц специалисты медучреждения провели более 120 высокотехнологичных операций. Отметим, что плановая госпитализация в травмцентре на данный момент прекращена из-за эпидемиологической обстановки. Экстренную помощь оказывают в штатном режиме. Больница экстренная, мы работаем круглосуточно и каждый день в экстренном режиме. У нас дежурит бригада врачей, около 30 человек круглосуточно. И поэтому экстренная помощь вообще не ограничена никаким образом.